будешь повелевать даже самых важных лиц, и я заставлю падать ниц. Кто сильнее Карашаха, у кого в руках, скажи, чётки жадности и страха, чётки подлости и лжи. Помогал этому оборванцу. Куда делся сундук? Не понимаю. Какой сундук? Я тоже не понимаю. Какой сундук? Ах, не понимаете? Кто из вас помогал мальчишке? Отвечай! Я ничего не знаю. Я вас всех превращу в безобразных тварей. Ой, не надо. Не трогайте его. Это я рассказала про тайник. Ты? Ну, допустим, я. И вы можете превратить меня в кого угодно. Только в тайнике никакого сундука не было. Не было, говоришь? Врёшь. Куда же он подевался? Зачем мне обманывать? Что верно, то верно. Хитрить ты не умеешь. Скажи, прекрасный из прекраснейших, куда девался этот мальчишка? Он хотел... Он пошел искать добрую волшебницу. Он найдет ее. Найдет. И вернет ее людям. Пусть поищет. Меня интересует, куда пропал мой сундук. Горе мне, о всемогущий, вы даровали мне заклятие хитрости, оно вдруг исчезло. Куда же оно подевалось? Виноват. Каюсь, слаб оказался мозгами, проиграл. Проиграл? Да. Кому? Мальчишке. Хорош. Ничего не скажешь. А сундук? Сундук тоже проиграл? Нет, сундук я продал. Продал? Мальчишке? Нет, одному купцу. Он хорошие деньги дал за него. Как ты посмел? Так уж вышло. Зачем вы меня наградили хитростью? Я думал, выкручусь, а хитростью проиграл. Чутью. Ты знаешь, что я с тобой сделаю? Сгною! Продал сундук вместе с волшебницей? Я ж не знал. Не знал. Совсем совесть потерял. Потерял. Можешь сказать, продал. Уничтожу я вас всех! Сотру в порошок! Во имя зла вечного! Не трогайте его! Это ваше заклятие погубило его. Ешак хороший. Он мне ягоды собирал, когда я была маленькая. Знаете, какие он мне сказки рассказывал? Дедушка, скажи ему! Мое заклятие! С ума сошли! Из-за какого-то оборванца отказываться от таких привилегий? Да я вас! Ладно. Я не только могущественный, я и добрый. Скажи мне,
куда направился твой купец, и я тебе подарю новое заклятие. Нет, хватит меня. Ловчил, обманывал всех, хитрил, пакостил. Теперь буду жить, как все. Вот, бери. Мне они больше не нужны. Ну, что я говорила? Лишак хороший. И не надо мне никакого заклятия. Любить других гораздо приятнее, чем себя одну. Пойдешь навстречу радости и счастью. Иди на зов, иди, иди, и за собой друзей веди. В конце дороги ты пойдешь, найдя меня, найдя меня, тебя найдешь. Отчаяние, тревоги и обман. Нужно это все в пути, пути преодолеть. Только все же отыскать меня сумеет. Иди на зов, иди, иди, и за тобой друзей веди. В конце дороги ты поймешь, найдя... Иди, Сюзанна! Честно скажу, хорошо, давно бездельничать надоело. Хозяйство в запустении. Что в пещере, что в лесу, все давно мхом заросло. Паутина на стенах. Много дел, много. Так что оставь нас лучше в покое. От заклятий твоих несчастья только одни. Так, так, так. Тебе не нужно ни волшебных заклятий, ни богатства, ни золота. Хо. Так это же Скалопендра. Так вот, кому ты продал сундук? Скалопендра? Послушай, где были у тебя глаза? Как ты мог эту лохматую ведьму принять за купца? Не знаю, ночью было дело. Ты вспомнишь. Ты у меня сейчас все вспомнишь. Во имя зла вечного, карающего доверчивых и... Хватит! Покричал, пошумел и будет. Сейчас ваши горы, леса исчезнут с лица земли. Пока что хозяин здесь. Я! Куда же ты? Куда же ты, внученька? Он ушел! Ушел! Да кто ушел? Эй, слуги! Ко мне!
слуги! Пусти! Сам пусти! Негодяи! Дармоеды! Спасите своего повелителя! Спасите! Помогите! Ослы, недоумки! Хватайте Шайтаншера! Хватайте его! Шайтаншер, остановись! Какой ты повелитель! Ты похож на жабу! И эта лужа тебе к лицу! Немного ли ты себе позволяешь, мой серый друг? Или ты думаешь, что мне не под силу справиться с паршивым и жалким псом? А? Попробуй. Взять его? Взять! А теперь посмотрим, чего ты стоишь без своих четок. Ты хочешь посмотреть? Вот они. Или ты будешь служить мне, как служил? Или... Нет. Нет. Ты больше не сможешь разбудить во мне злобу и кровожадность. Я сделаю все, чтобы не попало тебе в руки добрая волшебница. Вот как ты заговорил. Ты хочешь испытать волшебную силу моих четок? Во имя зла, вечного и неистребимого, жалую тебя высшим заклятием равнодушного созерцания. С этой минуты ни радость, ни горе не потревожат твоего сердца, ибо твердость его будет крепче камня. А камню тепло не нужно. Ты доволен? Странно. Выходит, ему наплевать на ваше заклятие? А ему теперь на все наплевать. Ищите мальчишку. Значит так. Как только найдете этого оборванца, ну, сами знаете, что с ним делать. С голодухи помрет. Таких страхов подпущу, заикаться станет. Валяйте, валяйте. Больше дела, меньше слов. Скалопендра, тебе не скрыться от меня. Все равно отыщу. Thank you.
Арслан, вставай, ты слышишь? Как хорошо, что я нашел тебя. Это я нашла тебя. Юлдуз, это ты? Да, я. На, попей. Эта вода оживляет даже мертвого. Пей-пей. Ты откуда взялась? Я все время за тобой шла. А зачем? Ты все обижаешься, что я тебя заперла. На мне лежало заклятие Карашаха. Мне хотелось, чтобы меня все хвалили. От меня ты этого не дождешься, о капризнейший из капризных. Перестань. Нашел, когда дразниться. А я знаю, куда ушла волшебница. И я знаю. Надо быстрее найти ее, пока она опять не попала в руки Карашаха. Прощай. Ну подожди! Стой! Ты говорил, что помогать другим это очень приятно. Теперь я это знаю. Ты помог мне избавиться от заклятия Карашаха. А теперь я хочу тебе помочь. Если ты хочешь и в самом деле мне помочь, иди домой, к дедушке. Почему? Да пойми ты, мне некогда с тобой возиться. Мне надо волшебницу найти. Ну я не буду тебе в тягость. Нет, ну и упрямейшая девчонка, я пойду один. Ну почему? Вот заладила. Я не хочу, чтобы перед моими глазами маячили твои веснушки. Так бы сразу и сказал. На, бери. Что это? Этот камень можно превратить в воду. И это возьми, тебе пригодится. Спасибо. А когда будешь возвращаться, проходи через наши синие горы. Только обязательно зимой. Почему зимой? Потому что у меня зимой веснушек не бывает. Эй, послушай, почтеннейший. Здравствуйте, слушаю вас. Ответь мне, здесь не перебиралась на другой берег скала женщина такая, с сундуком, лохматая, а? Женщина? Да. Лохматая? Да. Вроде бы не перебиралась. А, она пошла вниз по течению. Но сундука у нее не было. А ты не врешь? Зачем мне врать? Хоть наш род был и бедный, но зато честный. Отец жил честно, и дед, и я никогда не врал. Значит, вы все жили честно. И ты не знаешь, что такое ложь? Ложь превыше любого богатства. Ложь все может. Встань! Во имя зла, вечного и неистребимого, жалую тебе заклятье лжи.
отныне и до конца дней твоих. Теперь ты познаешь сладость лжи. Так, куда ты, говоришь, женщина пошла? В какую сторону? Вон в ту? А? Нет, что вы? Наоборот, она пошла в ту сторону, вверх по течению. Ну что ж, прощай. Спасибо тебе. Прощай. Честный человек. Даже ящериц. И тех не видно. Идем туда. Ах ты, бедненькая, сидишь. Притихло, жарко, да? Что, плохо без водички? Сейчас все будет хорошо. Ты только потерпи. Сейчас будет водичка. Ну и что? Камень превращается в воду. Вода в камень. Следы. Да-да. Следы мальчишки. Он где-то здесь. Он не мог далеко уйти. За ним. Вперед. Постой. Постой. Нам так никогда не догнать его. А ну-ка, покрути. Хочет, сюда пойдет. Но воды-то нет. Колодец-то я давно уже высушил. А он откуда знает? Не знает. Смотри, похоже на внучку хозяина Синих гор. Да нет.
это не она. Разве отпустит заботливый дед такую маленькую девчонку одну? Конечно, нет. Значит, она сама убежала. А зачем? Ну, скажи, зачем? Сейчас мы ее и спросим. Давай. Ну, иди сюда. Куда же ты? Стой! Стой! Постой! Эй! Шер! Эй, Шер! Шер, ты что, не узнал меня? Я Арслан. Арслан, узнаю. А что? Ты все забыл? Я Арслан, неужели не помнишь? Помню. Ты вытащил меня из ямы. Как хорошо, что я тебя нашел. Я думал, тебя уже нет в живых. Жив или умер, какая разница? А куда ты идешь? Вроде туда. Откуда? Оттуда. Что с тобой, Шер? Ты отвечаешь так, как будто я тебя обидел. Обидел ты или нет, какая разница? Шер, может быть, ты заболел? Что произошло? Ничего не произошло. Хочешь пить, Шер? Не знаю. Смотри-ка. Я уже видел, как камень превращают в воду. Где ты видел? Там. Девчонка бросила камень, и появилось озеро. Какая девчонка? Где она сейчас? Слышишь? Она там и осталась. Я ушел. И ты не спросил, может, она заблудилась? Какое мне дело, заблудилась она или не заблудилась? Идешь своей дорогой, иди, а я пойду своей. Ну уж нет. Стой! Стой, Шер! Ты никуда не пойдешь! Не знаю, какая муха тебя укусила! Веди меня к тому озеру, где ты оставил Юлдуз! Показывай дорогу! Ты знаешь, куда пошел мальчишка? Говори, ну! А зачем тогда пришла сюда? Не хочешь по-хорошему, пеняй на себя. Дедушка далеко, он не услышит тебя. Давай, давай! Я отпустите ее! Отпустите! С девчонкой связались объедки, крошавские ищейки, индюки бесхвостые, пугалы, страшугалы, Наде! Бежим, Юлдус! Вставай, ну что ли? Эй, Тащи меня! Палка! Беги, Юлдус! Арслан! Беги, я кому сказал! Держи его! Смотри, если отпустишь! Вперед! Бездельник! Пусти, пусти меня, Шер! Отпусти меня, пожалуйста!
Слышишь, Шер? Мне сказали держать, я держу. Отпусти, предатель! Сам ты так не пугать, только убей. Где они? Дядушка! Схватили ее, негодяи! Я не хочу, пустите, развяжите меня, я дедушке расскажу. Расскажешь, расскажешь, если он тебя найдет. Дедушка! В колодец ее! В колодец? Дедушка, я не хочу! Я прячем не так, что и дедушке твоему не снилось. Дедушка! Этого прохвоста отведем к повелителю, он с ним поговорит. Гадам! Награды. Ну, я тебе покажу. Пустите, не смей! Тоже! Гады ползучий колодец! Пусть подыхает с голоду. Шер, помоги! И слышишь? Другом прикидывался, а сам! Убирайся, предатель! Остановись. Где же сундук? В синих горах, в тайнике. В тайнике? В моем тайнике. Ух, обманула, обманула. Угомонист наивреднейший. Не трать сил понапрасну. Отдай четки. Вот еще. Отдай четки. Отдай. Зачем они тебе? Ты не знаешь заклятий, но отдай. Хочешь, чтобы я испытала магическую силу чёта? Песни в поле растут.
владыка, великий Карашах! Остановитесь, все милостивые! Остановитесь! Повелитель, всемогущий! Кланитесь ниже. Говорите. Мальчишка? Девчонка. Поймали, захватили, бросили в колодец. Им оттуда не выбраться. Я-то думала. Ну-ка, иди. 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 Иди сам. Иди. А ну-ка, веди меня к сокровищам Карашаха. Дамы любят наряжаться, дамы любят танцевать, звездным небом любоваться, песни в поле распевать. А у меня другая страсть, это мать, только мать. Не надо золота и денег, а надо, чтобы не звал с собой. А без меня бы ты вообще пропал. Да помоги же ты. Не получается. Не получается. Ну развязывай, развязывай. Я не хочу. Навязалась на мою голову. Ну развяжешь. Не послушался. Мы пошли к дедушке, и он бы нам помог. Наверняка помог. Так искать волшебницу. А теперь что будет? Помоги мне. Я думал, ты смелая. Это самая обыкновенная плакса. Не смешно! Ну, хватит, Юлдус. Слышишь, успокойся. Скоро наступит утро, и мы выберемся отсюда. Совсем немного осталось. Я что-нибудь придумаю. Обязательно. Отпусти!
Сейчас. Сейчас выберемся. Раз. Два. Вот. Дай веревку. На. Арслан. Я пришел. Шер. Осторожно. Что случилось? Следы Карашаха пропали. Шер, теперь нам не найти его. Нельзя, чтобы волшебница оставалась у него в руках. Сделай что-нибудь. Я попытаюсь найти, а вы стойте здесь. Добрый день. Давно здесь гости не бывали. Рад вас видеть. И почему вы такие грустные? Чем я вам могу помочь? Скажите, пожалуйста. Ну? Вы здесь не видели человека в черном? С косичкой вот такой. Человека в черном? Ага. Нет, не видел. А человека с косичкой видел? А куда он пошел? Он вон туда пошел. Туда? Ага. Могу показать. Ну, покажите. Пойдемте тогда. Пойдемте. Пойдемте. Скорей. Вот Шер обрадуется. Шер! Шер! Кто такой? Рыбак я. Куда ведешь детей? Шер! Куда просит? Да? Шер, он знает, куда пошел Караша. Ну пойдем, Шер. Пойдемте. Ну, пойдем. Шер, миленький, скорей. Идем. Пошли. Живее! Быстренько, быстренько! Погоди же! Это же лес в Синих горах. А? Ну и что? Выходит, вы нас обманули. Кто обманул? Я честный человек. Я врать не умею. Шли-шли и обратно вернулись. Стойте! Сколько у вас пальцев на обеих руках? 13. Или 14. Он ведь тоже заколдован. И как мы сразу не догадались? Ну вот, теперь все ясно. Заколдован? Кого заколдовали? Помолчи. Да я ничего. Что же теперь делать? Искать волшебницу. Ведите назад. Назад? Куда назад? Похоже, что он не знает. Я знаю. Идите за мной. Тут где-то должен быть мой дедушка. Он нам поможет.
Дедушка! 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 Мамочки! Помогите, помогите мне! Помогите! Помогите! Ой! Помогите мне! Помогите! Ну помогите! Я сейчас иду! Ну. Осторожней! Осторожней! Отпусти! Отпусти! Лишак! Так я и знал! Ты за старое взялся! Освободи ее! Освободи ее! Да как я могу ее освободить, если этот навалился на меня? Отпусти, говорю! Отпусти! Ай-яй-яй-яй! Лишак! Тебя что, опять заколдовали? Да никто меня не заколдовывал! Это я так, паутинку-невидимку наладил. Хотел что-нибудь поймать, а ты в нее и угодила. Вот дедушка обрадуется. А где он? А тут в лесу прячется. Прячется? А что случилось? А это пусть он тебе сам расскажет. Ай-яй-яй, Улдус. Убежала неизвестно куда. А дедушка тут себе места не находит. Напрасно волновался. Дедушка, а почему ты здесь? Почему не во дворце? И не спрашивай. Явилась колдунья Скалопендра, шумит во дворце, командует, четками размахивает. А откуда у нее четки? А этого я не знаю. Только этот ее шум-гам вот где у меня сидит. Дедушка, мои друзья ищут добрую волшебницу, которую Карашах спрятал во дворце. Дедушка, помоги, прошу тебя, помоги. Помогите нам найти волшебницу. Боюсь, не выйдет. Колдунья постаралась, все входы и выходы замуровала. Все равно пойдем во дворец. Не спеши. Переберетесь вы во дворец. А дальше что? Даже если вы разыщете сундук, ключ-то от него у колдуньи на четках. Тогда нужно отнять четки. Ты куда? Во дворец пробираешься? Только вряд ли тебе одному удастся. Я с тобой пойду. У меня есть там одна лазейка. Хочешь, покажу? Пошли. А, это ты все-таки пробрался? Ты зачем сюда явился? Отдай четки. Они же бессильны в твоих руках. А твои заклятия? Что они без четок? В этих камешках была твоя сила. Где ты прячешь сундук? Ты не открывала его, а?
Боишься за богатство, которое в нем? Значит, не открывала. И не вздумай открывать, а не то... Ты еще угрожаешь? Что ты можешь без заклятий? А вот что! Теперь он нам не страшен. Слышал, о чем они говорили? Надо идти за ней. Да, здесь хитростью не возьмешь. Мне бы кирку. Здесь камень слабый. Кирку? Сейчас принесу. Не послушалась. Открыла. Ну и что же ты там нашла? Э? Где волшебница? Гуляет. Где волшебница, я у тебя спрашиваю? Ты говорил, что она дороже всех моих богатств. Где она? А ты подумай, неужели ты так глупа? Разве можно посадить в сундук людскую совесть? Ее можно загнать куда-нибудь подальше, вглубь, на самое дно души. Тогда она ничего не видит и не слышит. Чтобы она лежала там мирно и тихо, я спрятал здесь камень справедливости. Когда нет справедливости и совесть молчит, тогда я пускаю в ход свои заклятия. Можно заворожить ленью, ослепить жестокостью и алчностью, наградить коварством и ложью, и властвовать над людьми. Отдай, чёлки! Отдай, чёлки! Твои штучки? Похоже, что это мальчишка. Верни четки. Горе нам. Я тебе не сказал самого главного. Если только сюда войдет человек с чистой совестью и завладеет камнем справедливости, нам конец с тобой. Четки, четки. Тебе четки? Испугался какого-то мальчишку? А хочешь властвовать над миром и людьми? Потерял голову от страха. Ха-ха-ха!
Ждем приказаний, повелитель. Скажи, и пустим всех по миру. Прикажи, запугаем до смерти. Ага. Ой. Я долго искал волшебницу, мастер Таран, но не нашел ее. Ты нашел ее, мой мальчик. Где же она? В тебе, Арслан. И в каждом из нас. Я верил в тебя, мой мальчик, и не ошибся. Ты одолел все препятствия, не поддался соблазнам и искушениям, и вот мы свободны от заклятий Карашаха. Зло, мой друг, бессильно, пока на земле есть хоть один честный человек. Идем, тебя ждут, друзья. Подняться в небеса, волшебный феникс птицей, чтоб солнце медные лучи, как струны зазвенели, и чтоб от синих гор ключи мы отыскать сумели. Зачем придуманы дожди? В груди, когда бежишь по лужам, чтоб стала радуга, как мост между землей и небом, чтобы увидеть танец звезд, чтоб рядом были не мы, чтоб рядом были не мы. Беда, и ночью в дом стучится, а для того, чтобы навсегда счастливым днем смениться, и чтоб не дрогнула рука в сражении опасном, и чтоб остался на века прекрасный мир прекрасным, прекрасный мир прекрасным. Прекрасный мир, прекрасный.